Дорогой Овен, привет! Вы находитесь в месяце, когда вы должны тщательно выбирать свой круг друзей. Подумайте о своих друзьях один за другим и посмотрите, с кем вы проводите большую часть своего времени, они воспитывают вас или беспокоят вас. Разделяют ли они свое видение жизни? Может быть, пришло время провести немного больше времени со своими дружелюбными к работе друзьями. Что вы говорите тем, кто вам мешает? Возможно, некоторые из них отражают те же самые неисключительные черты или готовы к тому, чтобы вы поднялись. Он может переоценить важность их записи и даже расставить приоритеты в том, где он проводит свое время. Сатурн сейчас в рыбах и уже 3 года без отдыха находится в 10-м доме успеха, амбиций и долгосрочных целей. После того, как вы определили и перечислили самых важных людей, можно перестать общаться с людьми, которые берут у вас больше или утомляют вас. Даже если вы многозадачный Овен, в сутках есть только определенное количество времени. Пришло время поднять планку, чтобы использовать свое время в этой миссии, которая продлится до февраля 2026 года. Когда 20 мая Солнце перейдет в Тельца и его спокойный 12-й дом, вы будете готовы отпустить тех, кто больше вам не служит. Вы также получите шанс противостоять прошлому и, возможно, проделать некоторую работу по исцелению и прощению. Когда тренеры говорят «мне очень жаль», это не что иное, как несколько слоев эго. Выбросьте их, как зимнее пальто. Даже если вы говорите, что не бросите его, помните, что вам придется предотвратить последствия, и имейте в виду, что сегодня первый день вашей жизни отныне. Ваши счастливые числа – 4 и 8. Ваши счастливые цвета – коричневый и кремовый. Счастливый камень – агат. Ваши счастливые дни – 9 и 27. Дни отдыха – 1 и 18. Рекомендуемое блюдо – запеченный картофель фри. Дорогой Овен. Береги себя. До встречи в июне.